Инвестнадбавка к тарифу на тепловую энергию вступила в силу с 9 июля нынешнего года. Скоро все челябинцы, чье жилье запитано от центральной системы теплоснабжения, начнут получать счета с обновленными цифрами. За июль месяц в квитанциях население увидит изменение тарифа на ГВС. Тариф на ГВС изменится на 2 рубля 32 копейки на человека. Когда появится строка отопления, с этого момента будет изменен тариф на отопление на 40 копеек на квадратный метр. Отдельной строкой инвестнадбавка не выделена. Она содержится внутри тарифа. Однако уведомление об изменении в квитанциях есть. Справа от таблицы напечатана выдержка из постановления Челябинской городской думы. В квитанции указана информация о введении в силу инвестиционной надбавки и внесена информация и по инвестнадбавке, что это 10 рублей 95 копеек за гигакалорию. В среднем инвестнадбавка составит около 2 рублей с каждого прописанного в квартире человека в летний период и около 22 рублей со стандартной двушки в 54 квадрата зимой. Каждый собственник жилья может высчитать ее размер самостоятельно. Для этого нужно умножить норматив потребления тепловой энергии на количество квадратных метров, а затем на 10,95. Это и будет сумма, на которую увеличатся ваши платежи. Эти деньги будут вложены в строительство новых теплотрасс. Ими в единое кольцо будут замкнуты все котельные и электростанции Челябинска. А за свой счет компания «Фортум» установит во всех жилых домах индивидуальные тепловые пункты, которые позволят значительно сократить потребление тепловой энергии в каждом доме. А следовательно, уже через пару лет жильцы меньше будут платить по счетам. Собираемость по населению, когда подключилось коллекторское агентство, то есть процент оплаты...